Я буду банален, потому что, как и многим, мне нравятся двигатели V8. Как звучит Cadillac Escalade, например, на заслонке. Это просто ахтунг, очень классно вживую. Нихуя себе! Также, помимо этого, я очень люблю звуки ваговские. Басы! Охренеть, да? Отстрелы. Двухлитровые, 1.8, 1.4. Пусть меня назовут Соколюбом. Кто? Я не знаю, как еще, но реально эти звуки, которые вживую слушаешь, они прям по кайфу. И в машине, и вне машины. Мы сейчас научились так настраивать, что прям клиенты тоже очень радуются. Помимо этого, BMW в кузове, которая при переключении простреливает... Мерседесы, некоторые модели от 1.8, ну и, конечно, до большого объема машин, там 5.5 литров.